Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dragon's Dogma. В последней серии мы выполнили квест за Святош, то есть мы были в водяном храме, в храме водяного бога, в результате выяснили, что один из монахов... Ух ты! Май, ты меня радуешь! Короче, выяснили, что... Один из монахов погиб, но в результате получили те необходимые древние знания. Что вы делаете вообще? Пошляки. Короче говоря, в итоге мы вернулись назад к сэру Максимилиану, он очень порадовался за нас. И сейчас... Кстати говоря, где сэр Максимилиан? А, ну вот он. It would be my honor to show you the ready charges for the Worm Hunt. The choice is yours. Так, ладно. Сейчас мне почему-то указывают. Это у нас какой квест врубился? У нас полно квестов. Вон их сколько. Но в основном они все примитивные. Типа вот убейте 15 змей. Получите вейкстоун. А, кстати говоря, давайте сходим, отдадим вейкстоун. Это довольно близко тут. То есть, напомню вам завязку этого квеста. Здесь у одного из рабочих погиб сын. И с помощью этого Вейкстоуна можно будет его как-то оживить, что ли, я не знаю. То есть у меня Вейкстоун уже давно был, но я думал, что их нужно собрать определенное количество. В результате оказалось, мне в комментариях сказали, что можно, даже если у вас есть один Вейкстоун, подойти и только нужно подходить именно... Так, ну... Короче, подходить нужно именно к вот Вейкстоун Шарту. Это фрагмент. Не знаю, подойдет или нет. К мальчику подойти прям. Это кусок Вейкстоуна. Подойдет он, не подойдет, я не знаю. Судя по всему, не очень. Этот камень? Ты собрал достаточно? Возможно, с этим мой сын... Но я, говорит, недостаточно силен, чтобы всем этим пользоваться. Так, ну я, может, ну как мне это сделать? А ты кто? Да, это просто какой-то случайный парень. Так, сейчас я буду говорить с Кари, похоже. Так, ну... Не знаю, попробую так его применить, может. Нет, никак, к сожалению. А может, мне нужно подарить его тебе? Не так. Презент. А, судя по всему, нет. Давайте ему рыбу одну подарим, чтобы не унывал. Да, не за что. Так, теперь, что за квест нам показывает сюда свой маркер? Это нам нужно идти в эту гостиницу, что ли? Что за квест? А, шифр. То есть у нас какая-то движуха по шифру пошла, а то я все никак не мог его расшифровать. Ну ладно, хорошо. Вы знаете, пока что я оставлю с собой Майю, Кари, мне просто неохота с ними расставаться. Это лучшая команда пока что из тех, что у меня была. Я думаю, вы со мной согласны. Всего-то на 2 уровня разницы. Пока что неплохо справлялись. Но, конечно, там можно найти и получше. Я не спорю. Так, ты здесь или не здесь? Подожди. Это не то место. Где-то рядом. Но явно не здесь. Гостиница сильная, конечно. Прилавок и одна кровать. Ну, две. Так, ну давай посмотрим. Давай посмотрим. Подожди. Подожди, я не понял. Он убегает, что ли, от меня?
Я не совсем догоняю. Так, ну-ка, а теперь ты где? Ощущение, что это NPC какой-то, он достаточно быстро передвигается. Нет? Ну-ка, отсюда ты не уйдешь. Ну-ка, давай докладывай. Дракон, сердце, шрам. Верно? Интересно, что с этим можно? Фигура какого-то степного кнола. А, в общем, он говорил про какого-то парня, который живет за городом. У него, говорит, шрам через все сердце. Или через грудь, по крайней мере. Так. Ну и далеко ли нам идти-то? О, порядком. Сейчас мы туда и выдвинемся. По идее, карта оказалась не такой уж и большой, да? То есть вот это вот все, что было закрыто, это, по идее, тут море, океан. А тут не такой уж и большой отрезок, и его мы практически весь исходили, что характерно. Не знаю, конечно, могу ошибаться. Но мир оказался заметно меньше, хотя поначалу казалось, что больше, чем в Скайриме. Но даже ни в какое сравнение не идет. Так, сейчас нам нужно продать все, что можно. У нас слишком много разного мусора. Или нет? Я уж не помню. Это вторая серия, записываем к мною сегодня. Все, что было до этого, я, честно говоря, не помню вообще. Ух ты. 34-й. Ты, конечно, Элис не такая красивая, как Майя. Ну-ка, покажи, что ты умеешь. Так, у тебя рейтинги крайне неплохие. Так, ну тут, в принципе, ладно. Сопротивление неплохое. Так, ты умеешь... Ну, не сказать, что она лучше, чем наша магичка. У нее все примерно какое-то атакующее такое. И какой-то темной магии, что ли, в основном. Ну и огненный он есть. Так, ну, пожалуй, Майя, прости, но было весело. Нет. No. Хотя, ты мне не сильно помогаешь. Давай лучше тебя поменяю. Так, что ей отдать? Держи маленькую рыбку. Скушай с горя. Представляю, такая рыдает и заедает свое горе рыбкой. Бросили. Так, ну... Скажем, что у нее хорошие боевые навыки. Так. Активно дралась со врагами, напишу я в рекомендации ей. Большое тебе спасибо, ты нам помогала. Ой, будь здоров, спасибо. Форева, как говорится, Элон. Так, что там новой брони не появилось, я бы щит какой-нибудь купил с удовольствием. Кстати говоря, возможно, мне там подписчики что-нибудь прислали. Давайте переночуем. А как, через Акаки, то есть. Потому что предыдущая броня моя, она была прислана одним из подписчиков. До утра. Сейчас, конечно, долго-долго будет грузить, потому что у меня еще топлоуд идет, видео на YouTube. Но, тем не менее, подождем. Короче говоря, приятно такие подарки, то есть она не какой-то там, не дико бьет по балансу. Но когда броньку просто прислали, это то же самое, когда мы проходили Star Wars The Old Republic. Ну как, ее нельзя проходить. Так. Это я выбираю, что ли? Ну, давай. Это то есть он столько экспо получил? Подожди, это... А почему ты голый?
Голову принес. Волосы принес. Ну, ладно, камни принес. Ну, ладно. Но, по крайней мере, он бил гоблинов, хоб-гоблинов, скелетов, гриффинов бил. Теперь ты знаешь, как бить гриффинов, да? Из того мультфильма. Ну, ладно. Поменяли ему экипировку. Ну, он сейчас либо будет голым бегать в этом шлеме, либо вот так. Я предпочту вот так, потому что это защиту неплохую дает. Ну, неплохо так сходил. Как видите, временами вот эти вот обмен пешками, он полезен. Он именно интересен в плане того, что разные люди присылают разные вещи. Как я и говорил, в Star Wars The Old Republic была подобная тема, то есть там подписчики мне присылали крутые вещи. Это было очень приятно. Вот. Я, кстати, подумал вернуться к этой игре. В кооперативе с кем-нибудь только уже. Одного там все-таки делать нечего на поздних этапах. Но не знаю, пока что все в план. Как знаете, планы у меня где-то реализовываются месяц через 3-4. Уже очередь, потому что очень большая. Но Old Republic, несмотря на то, что многие ее не оценили, мне как фанату Звездных войн очень и очень понравилось. Хотя, конечно, это MMORPG, который я не сильно почитаю. Но было интересно именно благодаря сюжету. Так, ладно, денежек нам дал. Хорошо, пора выдвигаться. Сначала продаем все, что можно. И что нельзя. Нет, сначала покупаем. Так. Тут все, в принципе, отстой. Железный щит я, к сожалению, не могу носить, как и пелту. Это не мой класс. А было бы круто. Остается вот с этой вот с Tower Shield'ом ходить. Это печально. Так, ну тут не знаю, может что-нибудь взять все-таки. Мне нравится просто, когда он выглядит, ну то есть без шлема. Достаточно неплохо смотрится. Вот это мы носили уже. Не такой большой прирост к броне, чтобы уродовать нашего Азиса. Так, тут все по-прежнему. Подожди, там что-то внизу нового появилось, что ли? Нет, тут все хуже. Так, ну это рванина какая-то. Тут неплохой. Ну, меня мой устраивает. Такой приключенца. Так, тебе. Что-нибудь можно, нет? По броне там, скажем, приобрести. А то ты в этом балахоне. Ну, конечно, круто выглядишь. Но... Может, тут так? Блин, ну этот балахон очень хорошую защиту дает. Я прям не знаю. Ну, просто уже надоедает то, что он глупо так выглядит. Ладно, пусть остается. Так, давайте посмотрим, что у нас тут. Тут пускай все будет. Конечно, вот это вот нам не нужно. Ты вот это тоже не сильно. Масло нужно, ферристоун тоже нужен. Вот это не особо. Хотя пригодится, одна штука пусть будет. Вот эти прибавлялки. Талисман мортира. Больше экспо получает. Ну, пусть лежит. Весит, конечно, до хрена. Ну да ладно. Это все продаем. Так. По идее, Salvation Bage мне уже не сильно нужен. Да нечего мне продать, короче говоря. У тебя, может быть... Вот тут всю твою броню продадим. Все равно ты ее не надеваешь. Зато перегруза не будет. Нормально. Так, все. Нет. Отлично. Теперь у нас опять соточка. Чем мы на Enhance можем сделать? Блин, на улице опять музыка. Извините меня за это. На что там требовалось? Удар.
А, можно же вот тут прям смотреть. Вот, вот это мы можем прокачать на уровень 2. Требуется 5, у меня их 8. Отлично. А третье что требуется? Ага. Чешуя белой гидры. Но это я, очевидно, не скоро найду. Хорошо. Так, больше. А, и вот это еще могу качнуть. Пускай. Пусть будет хотя бы первого уровня. Так, теперь, а какие у тебя? Это очевидно. А, нет, качается, смотри. Ты у меня, похоже, в ней останешься. Она еще и качается, и у нее там, судя по всему, какие-то крутые вещи нужны для ее прокачки. Так что это, похоже, какая-то крутая броня. Так, даже чем он вооружен? А, вот этим. Так, ну давай. Улучшим. Нет. Что требуется? Rusted plate, понятно. Хорошо, ну в принципе нормально. Так, ладно, лечилки не покупаем, у нас по ним все неплохо. И сейчас выдвигаемся уже к этим холмам непонятным. Я не думаю, что мы в этой серии успеем к ним добраться, но думаю, приключение будет интересное. Возможно, все-таки мы встретим Грифона. Тем более, что у нас два мощных мага теперь. Я думаю, это будет попроще. Вечереет уже, похоже. Хотя нет, я же только что переночевал. Слушай, ты меня уже раздражаешь, Элис. Какая ты навязчивая. Я уже понял, что нам на Норф нужно. Так, идем по дороге. Бандитов, наверное, даже не трогаем. А, я же хотел еще качнуть маленько навыки свои. Ну ладно. В принципе, не критично. У нас и так достаточно неплохо все. Так. Ну, начинается в колхозе утро. Пойдемте поздороваемся тогда уж. Сейчас кому-то морду-то намылим. А, больно? Больно. Ты посмотри, а. Свидания. Бейте его, паца. А, он убился. Ну ладно. Неплохо было. Так, двигаем дальше по дороге. Нам же вообще по дороге нужно идти, да, просто? То есть, дал так, пошел, 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 пошел. Тут у нас катакомбы, а выход... Но это под мостом, а нам по мосту пройти нужно будет. Как-то вот так пришли. Хорошо. Да, в этой серии, очевидно, не успеем. Там еще бандиты, тем более. Ты давай-ка, а как ей не трогай? Что-то маги наши стоят. Шо? Давай. Типа вот эти опасные. А нет. Вот этот опасный, по-моему. Тихо. Что творишь-то? Вставай. Блин. Обдурил меня. Опасен. Наконец я понял, для чего этот удар. Бесполезно довольно-таки. Насколько я понимаю, когда врага роняешь, вот эту штуку сделать, это будет типа крита что-то. Так, не беги, дорогой. Да блин, в попу попал. Да ты... Страшно. А, блин, да падай ты. Ну падай, ну.
Вот это его боязнь высоты, то, что он не хочет спрыгивать, мне сейчас поперек горлом Турану стало. Так, ладно, тут падать не стоит. Вынесли просто всех. Все, идем. Тут мы еще не были ни разу. Хочу Грифона. Хочу попробовать с ним подраться. Так, вы кто? Так, куда мы идем? Да, мы шли правильно. Кари, это ты? Кари. Как дела? Давно не виделись. Ладно. Надо маленько покозлить. Она, по-моему, не поняла. Это было жестоко, я соглашусь. Так, ладно. Вот этот мостик. Под ним выход из катакомб. Но нам там сейчас делать нечего. Так, это что такое? Череп? Не нужен. И все, мы вступаем на территорию, на которой ни разу еще не ходили. В принципе, днем, я думаю, не так страшно будет. Что-то мне показалось, или магия вообще не работает. Ну, то есть, Майя подлечивает, а Элис... А Элис как-то пока себя не зарек... Так, нас пришли грабить. С мягким знаком. О, сильный! Эй, цель! Хорошо. Полезная штука, как оказалось. Просто нужно быть просторопней и успевать добегать до врагов, прежде чем они тебе что-нибудь нехорошее делают. Что-то мне Элис не нравится. Истерит постоянно. Громко орет. Так, а это что такое? Чувствую там работорговцев. Ну, вроде заброшено, да? И в клетке никого нет. Давно, говорю, здесь никого не было, Майя. Майя, пораскинь мозгами маленько. Если тут никого не было, то кто вот это вот сейчас валит, а? Шо вы тупите, а? Так, ладно. Они просто убежали. Как увидели такую компанию, как увидели Акакия, так сразу все. Паника просто у людей. Так, ладно, там у нас живность какая-то. А мы идем по дороге. Че, волки? Или подожди. О, гоблины. Так, тихо. Там, я думаю, раскидают. Я тебя сейчас позову. Иногда на их зов приходит огромная-огромная тварь. То есть как огромная. Циклоп. Свидания. Так, хорошо. Что-то есть. Красиво все-таки. Вытягивает. Дизайнеры вытягивают картинку. Так, вы что там творите с этим человеком? Ну-ка, не трогайте его. Убили. Офигеть, тут мясо. Ой.
Разбудите меня кто-нибудь. Да, офигеть, надо отойти. А, ребята, все спят. Буди, буди, буди. Да, блин, хрен попадешь по вам. Да давай уже, ну. Да. Не очень это просто. Да хватай ты ее. Я хочу полетать. Ты смотри, она меня троллит просто. Оживаешь, что ли? Ты посмотри, а. Хорош. Так, блин. А чё, с чего они накинулись-то вообще? Так, Элис, давай сделай что-нибудь. Смотри, что творят. Элис вообще висит в воздухе. Она прям нео какая-то. Ох, Да какого хрена? Чё это было? Я чуть кони не двинул. Элис, это ты? Я так понял, это её магия сработала, да? По площади. Офигеть. Вот это было страшно. Это оружие массового поражения, как будто, я не знаю, град как будто отработал по этой местности. Понятно. Ну, она сделала это, конечно, уже когда все вы умерли. Так, а какие-то где? Короче говоря, давайте на этом завершим эту серию. В следующий уже дойдем, я думаю, до этого холма. Но, собственно говоря, он там, похоже, то, куда нас ведет дорога. Да, примерно в этой области. И там уже разберемся, что за шифр. Надеюсь, вам понравилось с новым пополнением в нашей команде. Элис, надо сказать, под конец себя показала. Просто офигеть, с какой лучшей стороны. Если это она на самом деле была, а не какой-то метеоритный дом. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.